Снова здравствуйте! У нас сегодня на обзоре две посылочки. Ну, естественно, с Али. Пока больше ниоткуда не заказываем. Никому не доверяем. Ссылочки я оставлю. Это, наверное, ну, чехольчики. Они вот так вот скреплены. Так, Microsoft Bolt. Microsoft Bolt телефон у мамы моей. И вот она себе заказывала такой чехольчик. Красивый, с розочками. Смотрите внимательно. Полностью силиконовый. Красивый, красивый. Ну да, красивый. Ссылочки оставлю под видео. Смотри. Так, это одна посылка. Вторая посылка у нас тоже. Чехольчик, наверное. О, красота. 3D-чехольчик. Красота. Он гибкий? Гибкий. Вау. Можно попробовать? Силиконовый чехольчик. Очень, очень гибкий. Давай. А это гибкий или нет? Тоже все силиконовые. Вот. Красивый. Смотрите, какой красивый. А ты покажу вот это вот сейчас чисто. Ну, а тут... Что смотреть? Силиконовый. Бабушка приедет, тогда сделаешь обзор, Кирилл. Как они сидят на ее телефончике. D303. Болт D303 называется. Сейчас. Все, спасибо за внимание. Всем удачи, пока-пока. Всем пока. Подписывайтесь.